Памятник Дарту Вейдеру в Одессе открыл сам Дарт Вейдер. При этом главный герой киноэпопеи «Звездные войны» заявил, что памятник при жизни особенно приятен. Монумент расположен на территории завода «Пресс-Маш». Раньше на этом постаменте стояла статуя Владимира Ленина. За десятилетие гипсовый вождь пролетариата сильно обветшал. Ленин был в плохом состоянии, очень он из гипса, покрытый сверху медными плитами, ну, пластинами чеканной. Вот. Захотелось его вообще не трогать совершенно, пришлось отформовать полностью его по всей массе, сделать слепок с него, потом сделать обратную форму, ну, Дарта Вейдера, и его облепить со всех сторон на этот супер НАСА клей. Вот. И, в общем, по большому счету Ленин не тронутый, а снаружи, ну, вокруг него кокон Дарта Вейдера. Статуя Ленина подлежала демонтажу согласно новому закону о декоммунизации. Этот закон действует на Украине с мая этого года и запрещает советскую символику. Впрочем, некоторые украинцы видят в возникновении памятника Дарту Вейдеру политическую подоплеку. В воскресенье в городах Украины пройдут выборы в местные органы власти. В числе кандидатов есть несколько комических фигур, в том числе и Дарт Вейдер. Это является примером использования креативного приема в предвыборной кампании кандидата, который поменял свое имя на Дарта Вейдера. За ним ничего нет, там борьба за власть не очень порядочных людей. Какими бы ни были истинные цели организаторов шоу в честь открытия памятника, привлечь внимание жителей Одессы к Дарту Вейдеру и его свите бесспорно удалось.